субботу жители Монина отметили главный летний праздник – День поселка. Это стало событием, которое запомнится надолго. С праздником вас и наш поселок! Друзья, Монина – это не просто место на карте. Это наш родник с богатой историей. Теплая и солнечная погода создавала отличное настроение, а насыщенная программа праздника привлекла большое количество жителей и гостей поселка. Впечатление самое приятное – это такой очень уютный город, в который хочется возвращаться еще и еще, несмотря на то, что не так далеко от Москвы, да, но здесь свой уют, тишина, природа. И сегодня потрясающий праздник, и так приятно видеть знакомых, друзей. Развлекательные программы для детей сменяли разнообразные мастер-классы. На территории работали зоны аттракционов, ярмарочных рядов и интерактивных игр. Для всех желающих была организована запись в клубные формирования местного дома офицеров. На вечернюю программу жители по традиции собрались у его стен на концерт, подготовленный коллективами дома офицеров с приглашением звездных гостей. На празднике выступили победитель телепроекта «Голос дети» актриса Олеся Казаченко, кавер-группа «Светские львы», лауреат премии «Шансон года» автор-исполнитель Дмитрий Дворецкий, группа Вячеслава Добрынина «Доктор Шлягер», солисты Юрий Самохвалов и заслуженный артист России Алексей Зардинов. Народные гуляния продолжались до самого вечера. Мария Синина, Владислав Реус, Щелковское телевидение.